Сенсационный судебный вердикт вынесли в США. Там признали виновным в фальсификации документов Дональда Трампа. Это первый в истории штата в случае в отношении, хотя и бывшего, но президента страны. Сам Трамп и его защита называют дело политически мотивированным. А все потому, что 45-й глава Америки собрался снова баллотироваться в президенты в намеченных на 5 ноября выборах. Обвинение Трампу предъявили еще год назад. По версии следствия, он пытался скрыть свою связь с порноактрисой Сторми Дэниелс. За свое молчание она получила круглую сумму накануне выборов 2016 года. Якобы Трамп через адвоката перевел ей деньги, а в отчетности отразил это как оплату услуг юриста. Обвинение было предъявлено по 34 пунктам, и присяжные признали его виновным по каждому. По местным законам Трампу грозит до 136 лет тюрьмы. Сам приговор судья вынесет 11 июля. Правда, даже это не помешает бывшему президенту снова баллотироваться. Теоретически, в случае победы на выборах, Трамп может управлять страной и из тюремной камеры. Законы этого не запрещают.